Господин Симура жив. Спорим. Если бы он погиб, его тело возили... Господин, не нужно ли чего? Нас не спасет. Может, они хотят, чтобы Дзита сдался? Передал нас Монгольской империи. А может быть, он выжидает. Нужен новый колчан или мешок? Прекрасный выбор. До встречи. Всегда рад услужить, господин. Могу я помочь, господин? Думаю, они их бросают. Голыми руками? Да. Если попасть в цель, шар разобьется с огнем и грохотом. Я расскажу историю, которая поднимет нам боевой дух. Много веков назад воин Тодайори спас бухту Адзама от пиратов. Господин, присоединяйтесь. Ты рассказываешь интересную историю, но я не ожидал увидеть тебя в Адзаму. Мы оба идем туда, где нужны, господин. Моя история понравится и вам. Сотни лет назад величайшим лучником на острове был Тодайори Нагао. Он прославился мудрыми суждениями и меткой рукой. Сам бог Хатиман был так восхищен искусством Тодайори, что подарил лучнику свои доспехи, легче и прочнее которых не было на свете. Однажды морские разбойники высадились на побережье. Они грозились перебить всех в бухте Адзамо. Люди в страхе попрятались, а Тодайори облачился в свои доспехи и в одиночку выступил против злодеев.
Разбойники ворвались в город, но их разили стрелы Тадайори. Мало кто уцелел, и никто не пробил доспехов Тадайори. Много лет спустя Тадайори мирно умер в своей постели. Доспехи же его таинственным образом исчезли. Говорят, их доселе охраняют потомки лучника. Они ждут, когда явится воин, готовый вновь защитить Цусиму. Те легенды, что рассказывают о Тадайори, говорят о лиловом венце. Это место к северу от Адзама. Там растут лиловые хризантемы. Там Тадайори любил медитировать. Все, чего я хочу, изгнать монголов из нашего дома. Доспехи были бы полезны, если они вправду так хороши. Этим доспехам нет равных. Полагаю, они и сейчас на прежнем месте. Найдите лиловый венец. Пошла! Первый! Будет мне о чем рассказать. Рубите на куски! Он уходит!
Конец тебе! А? Лиловые хризантемы. О них говорил музыкант, поведавший мне легенду о Тадаире. Это путь к лиловому венцу. Лиловый венец. Здесь могут быть доспехи Тадаюри. Благовония. Жгли недавно. Здесь внутри что-то есть. Карта приюта Тадаюри.
You wait! For that insect! Beep it, Hinsman! Господин, вы пришли помочь Союзу Адзаму? Не знаю о таком. Крестьяне и рыбаки собрались вместе, чтобы бороться с монголами. Я приехала из Ариаки, чтобы обучать их. Я восхищен их отвагой. И как идет обучение? Они должны были прийти сюда несколько часов назад. Я собиралась их искать. Я с тобой. Тут рядом дом, где расположились их предводители. Они знают, где лагерь основных сил. В детстве я мечтала стать самураем. И вот теперь оказалась рядом с настоящим. Но ты умеешь сражаться и ездить верхом. Моя деревня была на побережье, и на нее постоянно нападали пираты. Когда я была совсем юной, они убили моих родителей. Я научилась защищать себя. Надеюсь, умения, приобретенные в невзгодах, пойдут на пользу людям. Ты не отличаешься от самурая. Вы мне льстите, господин. Впереди пожар! Дом горит! Убьем их! Найдем Харсинта! Олег молчит.
это те, с кем я должна была встретиться. Если монголы нашли их, то могли найти основные силы. Я пришла слишком поздно. Предупредим остальных. Слышишь? Похоже, они нашли главный отряд. Мы должны им помочь. Господин, скорее! Стой! Господин, скорее! Стой! Мы опоздали! Всех нам не спасти. Тогда я отомщу за мертвых. Самурай не бросается в бой сгоряча. Стой! Вы за все заплатите, мерзавцы! Получилось. Ты многое умеешь, но чуть не погибла, бросившись в бой. Разве вам не знаком гнев? Главное оружие самурая — он сам. Утратив самообладание, можешь потерять все. Понимаю. Над этим мне нужно работать. Учиться владеть собой. Продолжай сражаться. Нам нужны такие люди. Но запомни урок. Хорошо, господин. Развернулась кровавая битва, но наутро на поле брани не нашли ни одного тела. Говорят, могущественная ведьма вернула павших к жизни, чтобы те сражались за нее. Thank you.
Выходите! It's worth any odds!
Ah.
Он томится в замке Канеды. Бедняга. Доброго вам дня. Никогда вас не забуду. Беги. Укройся где-нибудь. Прошу. Примите в знак благодарности. Олег Пучин!
сумму. Терпись, Касс.